Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, и я с голыми ногами. В общем, я здесь безопасную зону очистил, и сейчас быстренько одену ботинки, потому что бегать с голыми ногами как-то не камильфо. Я одену черные ботинки, да, с белым всем верхом. Бывало и лучше. Вот, и оказывается, у меня в оружейнике столько всякого оружия есть, и вот из DLC какого-то, который я не покупал, но, по идее, раз у меня... Супер-мега Эдишн, значит, все это и должно было быть. Сейчас посмотрим, как пулемет работает. Нифигово работает. Плюс я еще вот эту штуку увидел. Я не знаю, как я буду из нее стрелять, но... Может, сейчас нам Хосе даст задание, и мы попробуем ее. Ола, амиго. Здесь все в порядке? Си-си, сегодня хороший день. Посмотрите, как эти бешеные Диаблос пожирают своих врагов, богатых сволочей. Вчера они заставляли меня помыть им клумбы, а сегодня... Ха-ха-ха, зомби очень голодны. Они же убивают людей, а ты ими практически восхищаешься. Они не из робких, а? Они не боятся мстить, не то что некоторые. Дома я был профессором антропологии. Я приехал сюда за американской мечтой. И чем эти зажравшиеся пута вынудили меня заниматься? Фигня всякой. Цветочки, да разгребать дерьмо. А диплом мой никому нахрен не сдался. Это так всегда. Зомби такого не потерпят. Сожрут без разговоров. Все равно не лучшие примеры для подражания. Может, найдем место поспокойнее? Не торопись, амиго. Принеси мне мясца, что они таскают. Покажу тебе кое-что. Мясца? Я просто взял... Нафиг, выкинул меч. А, ладно, я вообще думал, что это я свой электрический взял. Так, что у меня еще есть такого клевого? Зомби-газ? Нет, нет. Из такого чего-нибудь очень безумного. Вот, например, есть какая-то турбина. Я вообще не представляю, что с ней делать. То есть она их... Типа, она бывает, наверное. Ладно, пойдемте куски мяса искать. А вот уже один нашел. Ну, на самом деле, как-то не очень. Ну да, турбина, да, окей, я их всех откидываю от себя. Ее, кстати, можно как раз будто выкинуть сейчас. Дальше. Вот эту штуку хочу проверить. Шикарно. Блин, это шикарно. Say hello to my little friend. И суператаку хочу посмотреть. О, пипец. Просто в мясо. Ну, патронов немного осталось, я сейчас их достреляю. А! Черт возьми! Хочу еще кусок мяса здесь где-то я видел. Прям рядом был. Ну вот рука оторвана, она не считала. О, блин. Воу. Какой прекрасный день. Вот так. Бесите, пипец.
сюда! Должно быть, Ронда уже совсем разобралась. Я надеюсь. Да я куски мяса еще не собрал. Мой белый-белый костюм. Давай, давай, давай. Так, вот эти посильнее уже враги. Пусти. Где куски мяса? Чего я только один кусок нашел? Хотел комбо исполнить, в итоге выкинул оружие. А черт! Да, микроволны могут убить, действительно. Вообще что ли, а? Отошли от прилавка. Окей. Найду ли я еще куски мяса? Да, нашел. Не вовремя! Спокойно. Назад! Блин, мне так нравится этот режим, где целится. Просто бежишь в сторону, направляешь, он стреляет. Пойдемте мы хотя бы два кусочка мяса вернем. Там что валялось? Кусок мяса. Отлично. Не знаю даже, но... Gracias, amigo. Вот твое мясо. Дай сюда! Мне нужно! Ну? Дай сюда! Ладно, годится. Мне нужно! Я в долгу перед тобой. Дай сюда! Окей. Мне нужно! Ты реально больной. Так, ну... Я, пожалуй, вот это выкину, мне не очень понравилось. Теперь пойдемте наберем еще всякого оружия и будем его тестить. Итак, что у нас еще есть? Турбину пробовали. Пилу мечом я вроде не воевал.
если что-то возьму. Я хочу что-нибудь такое реально огнестрельное, крутое. Так, морозильник, разделитель, лопата, какой-то зверь. Возьмем. Следующее, что я хочу взять, это автоматические пистолеты. Еее, как Real Gangsta. Патронов, главное, дофига на них. Так, что еще? Поджигатель, может быть. Рельсотрон! Отлично. И самое последнее, но не по значению, умиротворитель. Мозги взрывают у них. Бушки разлетаются. Так, ну-ка. Это, знаете, типа, может такую шутку придумать. Скоро выходит новый альбом ранеток. О, да, это было смешно. Так, кусок мяса. Не мачете, кусок мяса возьми. Не пистолет. Так, дальше. Круто, круто. Но я знал, как она работает, но как работает в этой игре, было интересно посмотреть. Конечно, выбрать бы лучше толпу зомби в ряд. И еще кусок мяса. Офигенский урон. Блин. С двух рук просто. Прекрати! Ладно, побежали обратно через улицу с автоматами в руках. Вот это я уже понимаю веселье, а то... Ах, шикарно. Еще, амиго, принеси еще мясо. Держи. Дай сюда, это поможет. Мне нужно. И последний кусок держи, а то у нас там 4 дня до конца всего этого. Он ест мясо! Фу, лучше... О, господи, как хорошо! Я дурак. Теперь я жру богатеев! Ты реально дурак. Держу пари, там еще полно мяса. Жирного. Пойдем вместе, Амиго, найдем еще. Притронешься, и ты труп. Понял? Ты реально дурак какой-то. Оставайся здесь. Так, а вот интересно, нужно ли мне вот так переключать слоты, или я могу реально кучу всякого оружия себе набрать и бегать с ним. Да, да, берется. Блин, а я... по-другому делал, ну ладно. Адский огонь. Это вообще что-то супер крутое. Тактический топор. Как это вообще?
Попробуй пиломеч. Я тебе не враг. Ох, прости, пожалуйста. А, да, прости. Я же друг. Да. Так, ну... Кстати... Возвернуться бы нам на дорогу. Сесть бы нам бы в машину и поехать. Но я же хотел этого убить. На вилле. Да, давайте на вилле. Путь потом, конечно, еще дольше будет, но и пофиг. Так, более-менее вон, как сидевший транспорт. Такси, такси. О, уроды! Так, я бы на самом деле не хотел с собой брать этого чокнутого Хосе, но делать нечего. Давайте здесь сделаем вид, что выходим. Он сейчас пока... Нет, он садится в машину, блин. Я думал, он пока с зомби будет разбираться. Тут же девчонка это была. Пока она, наверное, здесь стоит, нет, ушла. Но я все равно не буду брать приз, потому что я боюсь реально, что игра вылетит. Так, теперь обманули дурака на 4 кулака. Давай. Топи. Приз! Прости, Хосе. А тут все в этих закрыто. Да. В любую сторону, пофиг, лишь бы уехать от него, и чтобы он, да, все, появился в безопасной зоне. Отлично. Угу, а здесь все перекрыто, то есть мне по-любому нужно обратно ехать. Да, вот эти вот баррикады, можно было бы с каждой главой, не знаю, баррикады бы убирать там как-то, или чтобы больше возможности было нормально проехать. Зараженные нелегалы. Назвали так как. Там машина просто пипец уже убита из-за объезда. Поехал бы по прямой, все было бы шоколадно. Так, прыжок, как обычно, для меня он мега сложен. Она взорвется! Вау! Cool guys, then look and explode. О, машинка. Новая. Тикс. Где-то отсюда я, наверное, смогу туда подняться. То есть едем прямо, потом направо до конца. Как я в первый раз тут смог так забуриться на машине, неплохо, что проехал. Да, нормально. Так что если хотите попасть в эту часть, когда здесь все закрыто, как бы вот. Вот вам путь. Да, зомби даже в одних и тех же местах появляются, только люди разные. Блин, горим! Вау, сейчас как раз и зомби умрут. И мы вместе с ними. Боже, спасибо. Да не за что. Мать! Так, давай мимо стоянки к нашим машинам. Так. Отлично, успел. Да,
да, там дорога закрыта, но через заборчики я чувствую, смогу перемахнуть. Пойдемте осмотрим виллу. А сначала чертежик. Какое-то психованное оружие получится, мне кажется. Так, ну я временно выкину бургер. Нет, выкинь бургер. Возьми робота и скомбинируй. Отлично! Шикарно. Перчатки такие, пипец. Так и берем гамбургер обратно. Но, что, в принципе, может быть лучше, да? Так, сохранимся. Классное, да, оружие? Уточки. Уточки к перчаткам прикручены. Да, такой штукой я готов убить какого-нибудь злодея. Так, я хоть вообще туда бегу. Ну, по идее, да, подъем к главному входу. Я... даже представить сейчас не могу, учитывая воображение разработчиков, кто будет здесь. Кстати, пилюли, они реально круче, чем гамбургер. Поэтому я пилюли оставлю, а гамбургер прямо сейчас съем. Черт побери. Ну, что значит закрыто? Мне что, надо идти? А, понял. Все, бегать, чтобы подойти с другой двери. Зачем они так сделали? Чем им этот вход мешал? Ладно, бежим, че. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Я тебя не возьму, хоть ты светишься. Вылетать я не хочу. Не знаю, может кто-то решил, как это вот... вылет исправить. Так-то вылеты я сами по себе исправил. Почему-то. На тебе, уточка улетела, да? Уточки рулят! Свобода уткам! Рокки Бальбоа! Отлично. Так, ну все, вперед. Что же нас тут ждет, учитывая то, какие предыдущие боссы были? Доставки? Вы в порядке? Да, прислуга уже давно сбежала. Ты где в натуре таскался? Я не в порядке, ясно? Сбегай-ка ты в магазин и купи мне там батареек для пультов и немного чипсов. Я ищу ключ от арсенала. Мне сказали, он у тебя. Там нашествие зомби, а ты ни сном, ни духом об этом. Где-то он тут был. Вот он тут. Ага, ты отдашь его мне? Слушай, мне нужен этот ключ. В арсенале оружие, с ним можно спасти десятки людей. Вообще, знаешь, я, пожалуй, чуток вздремну. Ага, а то от всей этой болтовни меня в сон так клонит. Так что ты, пожалуй, иди себе, ладно? Ой-ой. Ты меня достал. Давай, умирай. Попади. Ничего, у меня еще есть. Это меня реально расстраивает. Ну, вон там и чё. Что ты делаешь?
Что за трата сил? Давай, чувак, кончай это! Может, успокоишься? Так скучно наблюдать за тобой. Прятками делу не поможешь. Убирайся из моего дома. Людям нужен этот ключ. Давай, 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 давай. Тебе нужен этот ключ, нам с тобой нужен этот ключ. Не понимаю. Ты действительно такой ленивый? Это мой подарок на день рождения. Нужно оружие! Ты меня достал. Давай, умирай. Подожди, что случилось? Давай. Я со взломщиками долго не церемонюсь. Эй, зачем ты это выключил? Чем ближе я подойду, тем злее буду. Так, туда нам. Останешься тут навсегда. Ой, как ты меня напугал. Сейчас я раздам твоим роботам. Брось это. Бесполезно. Прекрати, хватит. Убирайся. Я иду к тебе. Нет, 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 нет. Мне больно. Твою мать! Он что, жив еще, что ли? А, ну все. Вообще-то даже может и не так смешно, если вот реально так сидеть с утра до вечера. Есть чипсы там, запивать все так колой и... сердечного приступа как нифиг нафиг. Так, я хочу еще комбинашку прикольно улучшить, чтоб я мог еду комбинировать. Если у меня есть, допустим, два вида еды каких-то, я мог бы их скомбинировать. Коктейль Хаус, почему бы и нет. Шикарно. Такс. Ну да, на самом деле у меня здесь было мало огнестрела. Хотя он, как раз он-то мне и нужен был очень сильно. Лентяй дали ачивку. Прикольно, мы его убили. И, наверное, я сейчас здесь серию-то завершу. Сначала, конечно, попилю его немножко. Так, а из двух бутылок пива можно что-нибудь сварганить? То есть у меня там какой-то мега-коктейль уже есть. Куча ингредиентов, да? Прикольно. Или может у меня здоровье увеличится? Не знаю, может так. Тут мне не выйти, я хотел выйти через эти двери, а самой... через который меня не пустили. Нет, я вышел через другие. Тогда через эти двери хочу выйти. О, да, тут лучше. Гранаты, арбалет. Прикольно. В общем-то, убили мы этого психопата. Доберусь я уже за кадром. Быстрый шаг. Ну-ка. Неограниченная выносливость.
Шикарно. Так, в общем, пока я бегу к машине, а за кадром я добегу до того места, куда нам нужно добраться. А, это моя штука сломанная. Вот, где у нас уже основное задание, и мы в следующей серии начнем его делать. Ну, а на пока все. С вами был Джек Шепард, большое спасибо, что смотрели. И счастливо. Увидимся в этом безумном мире апокалипсиса.